Привет, друзья, очередная посылка из Китая. Я уже ее открыл. Сейчас принтовар пробивается сквозь завесу. Значит, это шнур. Ну, сквозь там санкции, поняли. Шнур для телефона. Длина 2 метра. Я его попробовал, уже работает. Здесь обычный USB вход. И удлиненный для блэквива. Ну, смотрите, длина вот такая. Вот это USB-шенька. То есть удлиненный конец. Ссылку на товар оставлю в описании. Заряжает отлично, не глючит. Довольно гибкий, я думаю, хватит надолго. Наконец-то он пришел. Все, всем спасибо, всем пока.